установил такой вот подлокотник. Взял там простой за 1100 рублей для Дастера. Он просто сюда заезжает на вот этих вот креплениях. Если его подвинуть вперед, то можно сюда ставить бутылочку наискосок. Но тогда получается ручник поднять можно, а вот опускать, ну, неудобно. Если задвинуть подлокотник чуть-чуть назад, у нас бутылочку туда в подстаканник уже не поставить. Ручник можно поднять, опустить. Подлокотник простой, он вообще вот, ну, я вон его поднимаю, он в принципе болтается, хлипкий, он из стороны в сторону. И у меня 1,90 м, локоть получается слишком низко, нужно опускать, чтобы подлокотник, ну, положить локоть на подлокотник. В принципе, при езде гораздо удобнее, не надо на весу руку держать. Чуть наклонившись, рука на подлокотнике, в принципе, привыкну. Был бы подлокотник сантиметра на 3 повыше, было бы гораздо удобнее. Буду думать дальше, как быть с этим подлокотником, чтобы он не был вот таким хлипким. Может быть, как-то приподнять его, да закрепить там на саморезы. Теоретически бы его покороче сделать, но и сохранить место под бутылочку. Кармашек маленький, карпетом обтянутый. Кожзам прошито симпатично. Но, конечно, шляпа. Но хоть что-то. Да, еще такой нюанс. Ремень реально неудобно пристегивать. Тем более одной рукой. Ладно, пристегнул. Пальцы у меня тоненькие, на самом деле. Снимать тоже неудобно. Не нравится, честно. Но теперь он хотя бы у меня есть. Наверное, сниму.